Всем привет, ребята, с вами Гавроид, и со мной мой друг... Донатик! Да, и сегодня мы будем играть во что, Донатик? Фазмофобию. Правильно. Ну что же, мы уже присоединились к команде игроков, теперь... Я буду покоить, пока что я там занят. Ага. Какой будем выбирать контракт? Эджфилд? Мне будто не пуфик. Знаешь, мне будто не пуфик. Вот ладно, выберем пока самый легкий. Это вот этот Эджфилд мне выпал. Покажи. Ну вот этот домик красный. Ничего себе легенький. Легенький, да. Все, нажимаем. Нажимаем на красную шерсть. Все. Теперь мне нужно нажать на изумрудный блок. Мы поедем сегодня? Да, поедем. Раз. Все, поехали. Два. Давай, три. Давай. Такси осотит. Я не доверяю сотику как-то. Такси какое-то дешевое. Всего. Такси за 10 рублей. Я не доверяю. Почему такси стоило 10 рублей? Я как-то не доверяю. Почему где-то тут темно? Мы что, в подвале? Все. А, нет, мы не в подвале. Мы начали. Мы еще хуже. Эджфилд. Эджфилд. Welcome. Это должное... Предметы! А, нет, подожди. Айтемы. Вот они где. Это новая дружелюбная локация. Я беру ЕМП и... Что мне еще взять? Наверное, Spirit Box? Так, нам нужно вообще посмотреть это... Цель. Я буду смотреть, где нижнюю температуру. Я уже зашел. Нужно посмотреть цели. Так. Здравствуйте. Первая цель, конечно же, призрак. Вторая ЕМП. Так, и вторая, и третья это физическая форма призрака. То есть, получается, нам нужен. Антуся, ты где? Антуся, нам нужен ЕМП, где? Но спиртбокс я тоже все-таки возьму. Давай его Антуси назовем. Ну давай. Так, ты уже зашел, да? Так. Да, я ищу Антуси. Где Антуся? Смотри, так, я включаю ЕМП, все, я его включаю. А, тут свет существует. Антуся, вот ты тут. Нет, где Антуся? Подожди, нужно проверить свет. Свет нужно проверить. Да есть тут свет, успокойся. Опа, 3 ЕМП-3. Ой, тут еще второй этаж есть, оказывается. А, тут донатик, не балуйся. Смотри, светом. Тут, донатик, не балуйся тут ЕМП, светом. Тут ЕМП-3. Вот тут вот, где я стою, ЕМП-3. Тут погоди, ЕМП-2. Донатик, не балуйся светом. ЕМП-2. Антуся, не балуйся светом. ЕМП-3 около двери. Около двери ЕМП-3. Так. Донатик, здесь ЕМП-0. А, подожди, может он на втором этаже? Я так останусь. Да, нужно на втором этаже поискать, донатик. Возможно, на втором этаже будет больше ЕМП. Я испугался картины. Так. Только не говорите нам, пожалуйста, что он опять в этой комнате. Антусечка. Свет. Ты где? Свет. А вот... Это я пытаюсь подать виду, потому что мне не страшно. Господи, ты... Я могу обосраться в любую секунду. Ты не пугай меня так, хорошо? Это ты меня не пугай, я сейчас так, хожу. Ну, на первом этаже мы видели ЕМП. Термометр, смотри, главный термометр. Какая температура? Я на него сейчас смотрю. Антуся, ну ты где? Не говори то, что ты за хлебом ушел. Тут ЕМП-3 А, все, ЕМП-3 закончился. Закончился, деньги кончились на балансе. Мама пополняет баланс. Попроси маму, чтобы пополнить так, баланс. Так, подожди-ка. Только не говорите, что он появился на втором этаже. Опять-таки, в этой самой комнате, как в прошлый раз у нас было, помнишь? Донатик, не балуйся светом. Донатик, иди сюда ко мне. Мне страшно одному. Где? На втором этаже, вот он я. Ой, погнали за мной в камеру, в комнату. Иду. Это что сейчас было? Что за пик? Это холодильник, вот, не обращай внимания. А, температура какая? 15 градусов. Так, нужно искать комнату с самой низкой температурой. Ты нашел ее? Нет, тут во всех комнатах одна и та же температура. Опа, это что за плюх? Тут где только плюх? Тут только что плюх какой-то был рядом с тобой. Плюх! Ладно, я пойду за тобой. Что-то мне уже страшно ходить. Шкафы на всякий случай откроем. Так, ладно. Погнали дальше. Я, наверное, это все на монтаже соединю. Так, так, так. Ну,
Удачи тебе, удачи. Нет, давай вместе пойдем сюда. Нет, welcome to Bavoskin House. Ой, 11, я не хочу сюда. Здесь 11. Нет, холодно. подожди. О, я МП3 опять у двери. У двери опять я МП3. Ты пять. Он вот тут, походу. Вот сам иди сюда. Ладно, с тобой. Где? Ты. Пять, повысилось. 4. Я МП3. Ну вот почему? Ты. Почему? Удачи тебе в отношениях на все такое. Почему только 3? А что ты хочешь, 15? Я хочу ЕМП-5. Если нам нужно... ЕМП-5, ты меня тут в жизни не видишь. Нужно... Я выйду, я из Дискорда выйду, из сервера выйду, и видео привезу. Если тут будет ЕМП-5. Ой, свет выключился. Давай на чигуны кто пойдет. А еще ты пишем в чат. То, что мы выбрали. Свет... На... Один? Два, три. Я МП3, мне страшно уже здесь находиться. Ой, свет врубили. Это я врубил. ЕМП3. Один. Я туда не пойду, тебе надо... Один градус. Хотя должна быть минусовая. Так, погоди-ка. Ну-ка, давайте-ка сейчас проверим. Может, это там в подвале? Нет. А, это Антуся, это недавно, это Антуся. Антуси в подвале нет. Это хорошо или плохо? Тут прямо, вот я сейчас стою у двери, тут прям ЕМП3. Минус три! Ладно, пусти. 10. Он в коридоре где-то, походу. 4, 5. Вот тут прям очень холодно. 3. Давай, Антуси, покажись нам. Я спрячусь. 1.5. Что-то вот мне страшно. Там... Мне страшно. Я МП3. Вот тут вот я прям в блоке двери стою, и тут у меня я МП3. У меня все столки застойны, чтобы ты понимался в комнате. Я один дома вроде. А, нет, не один бабушка дома. Но знаешь, все равно как-то замечательно тут. Ой, 2. Ой, 2.5. Так, подожди-ка. Вот тебе тут и надо. Тут 2. Спиритбокс. Давай так. камеру поставим. Ну, иди за камерой тогда. No reply. Это значит, нет ответа никакого. Да. Походу. Так, смотри, улыбочку. ЕМП. 3.5, я еще в доме шел, а уже 3.5. ЕМП3, кстати, только что был. ЕМП3 здесь. Все, исчез ЕМП3. Это как ты делал? Как это говно упать? Молотом вроде бы на правую кнопку мыши. На правую кнопку мыши вот. С шифтом. Так, больше ЕМП не Всё. Ловит. Все, пусть снимает. Думаю, нормально. Больше ЕМП не ловит. Так, я пойду к камеру. Кстати, с нами должен быть сниматься и Томми, но он в сеть не заходит, как раз. Да, и Томори должен был с нами сниматься. Так, подожди, я сейчас пойду смотреть камеру. Так. Все, спасибо, ты меня одного оставил, походу. Ладно, you welcome. Привет, давай. Ой, тут один температура. Я не хочу тут находиться. Одни температура, 1.5, выпустите, пожалуйста. Почему дверь не открывается? Не знаю. Дверь не открывается! Или у меня что-то заело, или там что-то было. Дверь не открывалась реально. Там частицы были вот эти вот белые? Да, на лестнице. Подожди, у нас же есть лампа. Возьми лампу, у тебя же только термометр, да? И фонарик. И фонарик. Возьми лампу. И что она делает? Ты просто должен ходить рядом с проходами и искать там синие частицы должны были появиться. Ладно, спиритбокс нам не нужен. Давайте попробуем... Огонь загорелся сразу. Как только я зашел, огонь загорелся. Огонь загорелся? Да. Синий? Да. А, вот вижу вот эти частички, значит, он реально синий здесь. Синий огонь, это хорошо или плохо? Синий огонь? Огонь просто загорелся синий. Но это значит, что он здесь? Ну, слушайте, по-моему, он в этой комнате находится. Ой, тут не чисто. Попробуй вот тут свет. Удачи тебе в жизни, удачи тебе в жизни. Нет, я там поставил эту книжку.
Я быстрее дойду до камеры, буду камеру смотреть. Я тоже могу камеру смотреть. Не, давай ты там будешь. У нас рассудок 75-73, у меня 75. Ой, сплавочник, открыто новый. Мне кажется, мы все видео будем пытаться разобраться, что тут. Так, ну, evidence, так. Удачи. Удачи тебе, взлить карточку. Так, ну, EMP5 у нас не было. Freezing temps. Нет, подожди. Давайте EMP. Подожди, посмотри, там EMP5 у нас не было. Так, Ghost Torps. Это что, Fingerprints? Ой, тут какие-то страшные звуки. Пойду-ка я отсюда пожалуйста. Так, вроде бы Fingerprints. Вот как вот эти вот синие штуки от лампы называются? Fingerprints? Не знаю. Или... Я вообще фанат. А, вот смотри-ка. Вторая цель по ЕМП, она выполнилась уже. То есть ЕМП уже нам не нужен. А что, какая следующая цель? Я хочу побыстрее закончить. Следующая цель — найти призрака. А, еще четвертая есть. Ну, следующая цель какая? Следующая цель, третья. Увидеть призрака в его физической форме. То есть просто увидеть его. На, я этим займусь. Ой, один этим приятного. Ну займись. Я пока... Ой, я если что такое глаза, буду ходить с закрытыми глазами. Тебя убьют. Призрак. Это лучше. Так. Ну, не смог убивать, точно. Всё, давай, удачи тебе. А какая последняя цель? Так, последняя? Так, подожди, а третья выполнилась сейчас, подожди. Третья еще не выполнилась, так. Последняя цель это... я не знаю. В смысле? Я не могу это перевести. Переводчик используй. Ну там что-то выйти что ли с энергией 50%. Я не знаю. Ой, температура 2, я спрячусь. Мне страшно, я спрятался. Я в доме, где я стану невидим. Где? Привет. Пока. Ой, EMP5. EMP нету, вообще ноль. А вот три. Ну, EMP3 это EMP3. Ой. А нам нужно... Ой, нам что-то напечатали. Напечатали? Кентран? Так. Да. Ребят, что замечательно, мы живём. Ну, назад точно доживём. Ghost в Rising пишем. И кто же это может быть? Это может быть Спирит или Ревенант. То есть, все, два призрака. Так. У нас призрак писал. Это может быть Спирит. Значит, мы сдохнем. Это будет Спирит или же Ревенант. Ой, капсул, ты что-то включил. Так, третья цель не выполнилась, четвертая тоже. Ой, ладно, давай. Так, первая цель это как раз-таки нужно найти это. Нужно еще что-то засечь. Давай еще что-то напишем этому дебилу. А как ему писать? А и здесь только Spirit Box. Ой, ну что-то я прям слишком боюсь это делать. Почему-то я тоже знаю. Ой, я сюда не ушла, теперь тоже. Where are you? No reply, значит нету ответа. Да, нету ответа. Это хорошо или плохо? Вот так вот, ребят, бывает. Ну, наверное, плохо. Потому что, ну... Давай домой. Нет, подожди. У тебя что есть? Лампа, фонарик, вот этот молот Дора и еще одна лампа. Две лампы? А, нет, лампа и термометр. Фонарик и молот Дора и книги. Так, дай-ка мне лампу. Сейчас да. Я попробую поищу. У меня есть молотова. 12, ё-моё, всего лишь 10, проснуться. Да, вот вижу, вот эти вот частички падают здесь. Значит, здесь находится этот призрак. Можно идти на секунду, пожалуйста? А? Можно зайти на секунду? Зайти? На секунду. EMP3. Боюсь. Вот прям тут вот в дверном проеме. Давай, пока.
Нет, нет, сам туда иди. Ой, 3.5. Ой, чё, я не хочу здесь находиться. Я тоже, да, я тоже как бы, но мне, ну знаешь... Это игра всего лишь, всего лишь. Мне кажется, что это... Права. Я не знаю. Мне кажется, что это Спирит, либо же Ревенант. Я не знаю, кто это, но Спирит Бокс... На Спирит Бокс он еще ни разу не ответил. Значит, он, ну, возможно, он. Если он ответит, то мы, то мы это зачеркнем, и это будет точно Спирит. Вот реально. Я спрятался, я в домике. Так, ладно, тогда нам лампа больше не нужна, так как мы... Ой, температура 1. Ну еще ни разу не было минусовой температуры, температура 1. Смех. Ой, то есть плач детский. Там детский плач, там детский плач. Ну, значит, это плач. Значит, это призрак ребенок. Я, кстати, тоже его слышал. Так. Блин, у меня тут муха летает. Ой, ютуб. Господи, где я спросил? Так, давай зайдем со мной, я сейчас у него поспрашиваю пару вопросов. Если он ответит, то я... И мы сдохнем. Если он ответит, то сразу же будет это... Сваливаем. Наверное, да. Я вот тут вот постою. Ой! Куда... Мне кажется, у меня сейчас какие-то эффекты добавились. Так, ну-ка, пойдем со мной. Давай, пошли. Я лучше не буду, ладно, господи, температура. Я пойду с фонариком. Если... Ой, температура 2. Какашка. Если свет замигает, значит все, нам конец. Нет ответа. А. Поспрашиваем еще. А, ой, там где я стоял, только что была температура 1. Знаешь, тебе тут холодно, вот тебя. Тогда попробуем. Один. Нет никакого вообще ответа. То есть он вообще разговаривать не хочет. Детский смех. Ты где? Я тут. Где? Привет. На лунтик. Возьми этот и попробуй сам проверить. Я буду тебя сопровождать. Да не тут. Да не тут, а в той комнате, которую мы нашли. Я буду тебя сопровождать. А что мне спрашивать? Спасу его от вас. Да все, что угодно, спрашивай, он должен хоть как-то. Он должен хоть как-то ответить. Я включу. Мне показалось или свет забегал? О, господи, почему мне так страшно? Это всего лишь игла. Ну да, мне тоже. Страшно. Мне сейчас страшно, да, усачки. Так, ладно. ЕМП. Пол скрипит. Так, ЕМП показывает вообще ноль. То есть никакой активности. Он, короче, молчит, этот дебил. Так, подожди-ка. Ну-ка. Новый ЕМП. Да пошел нафиг. И ты. Нет, я не пойду. А, забивай. Иди пока его поспрашивай, я буду тебя сопровождать камерой. Да, спасибо, хорошо сопровождаешь. Очень хорошо сопровождаешь. Так, все, я вижу тебя и здесь. Привет. Привет. Хэппи. Опачки, nothing detected. Значит, что это значит? Значит, он поменял, видимо, расположение. Ой. Куда-то ой, здесь все эти исчезли. Так, возможно, он поменял расположение, потому что мой ЕМП больше не реагировал на эту комнату. И на дверной проем тоже. А вот на дверной проем. Только что сказал про дверной проем, и он сразу же зареагировал. Давай я у него прям тут вот спрошу что-нибудь. Да, спроси. Значит, да, что-то... Да, значит, что-то странно. Года мой. Так, подожди. Это у нас гостиная, это кухня, тут клозет, здесь в душ. Кухонная ванна, задний вход, это и гараж. Проверь гараж. Давай я обстановку разбавлю нам. Чем? Секунду. Разбавь нам обстановку.
Разбавить? Не, не надо лучше. Почему? Так, это о, второй этаж. Всё, там всё разбавлять. Ой, нет, ты слышишь? Что это? Это икла был. Ладно, ну я думаю, что нам уже пора. Всё, я тебе включу песню ЛП. Почему? Почему часа. У меня осталось 67 рассудка, у тебя 59? Слушай, выключи музыку. Выключи музыку, выключи музыку. Я потише сделаю. Выключи музыку, а то иначе мне за нее могут влепить авторские права. Всё, я делаю тебе потише. Так, ну давай тогда домой поедем уже. В принципе, ну... Ну, камеру надо забрать, дебизыч. Ну да, можешь еще немножечко поспрашивать у него? Ой, у меня не винтай пола. Без молота, думаю, обойдемся. Ладно, камеру куда-то нет. Давай я тогда заберу ее. Я ее уже забрал куда-то. Я ее забрал. Все. Ну все, поехали. Такси фотик, самое лучшее такси. О, 15 долларов, а у тебя сколько? 15. О, ура, да, ну в принципе было легко догадаться, что это спирит. Так, ладно. Погнали теперь в Грефт. Я сейчас слушаю песню ЛП, не мешай. Погнали в Графтона. Графтон? Ага. О, погнали. Раз. И все, погнали. Что он сказал? Дебилы, идите нафиг. Ладно. О, вот он. Наш Графтон. Блин, у меня ресурс пак один стоит. Интересный. Так, по идее, наша сложность сейчас. Ой, что в чате написано? В чате написано, что мы сдохнем. Нет, подожди-ка. В чате написано, что мы сдохнем. Так, ты опять термометр взял, да? Да. Давай поменяемся. Ну давай. На тебе EMP, на тебе Simple Dimple, а ты мне давай попыт. Попыт. Так. Пытаемся разбавить обстановку и делать вид, типа нам не страшно. Так, ну-ка, подожди-ка, сейчас. Я уже сошел. Я хотел кое-что проверить, и что уже забыл. А как тут свет включить? Как-нибудь. Поищи, там должны быть выключатели вроде. О, свет! Если он сразу выключился, значит это плохо. Я не мог найти выключатель. Так, пока что ходим по всему дому и ищем самую низкую температуру. Пока что 19-16 тут. Вроде бы ничего. Ой, ты, кто-то смеется. А ты включи EMP и это. И я смотри. Уже включил. Так, здесь у нас нормально температура. Тут. Когда я один играл когда-то давно, у меня в этой комнате был призрак. Так, здесь у нас... Ой. Здесь 16. Свет выключился. А где он включается? Хочу поинтересоваться. Где он включается? Хочу поинтересоваться. Я-то откуда знаю? Может быть, здесь где-то подвал есть. Значит, а так я наверх. У нас же есть фонарик. Значит, так я наверх. Да, точно фонарик. Я пойду с ЕМП. Хотя ладно, точно фонарик. Так, нужно искать самую низкую температуру. Так. Чудак, он не на чердаке включается. 15. Вот здесь он включается, я нашел. Вот. Где? Все, я включил его вроде бы. А мне надо спуститься отсюда. Ой, тут свет. Нет, я не включил. Я включил. Давай, и спускайся на второй этаж. Вот тут. Где свет? Да вот я тут. О, вот, смотри, сейчас покажу, где включается. Вот в этой комнате. Потом вас боюсь. На чердаке. Нужно температуру померить. На чердаке. Так. Ну тут вроде бы. Опять свет вырубился. Да идите вы нафиг. Так.
Я снова его включу. Кстати, рекомендуем смотреть это видео в 3 часа ночи. В наушниках. Ага, чтобы у вас была такая же атмосфера, как у нас сейчас прям. Ага. Так, подожди-ка, это комната. Здесь 3 градуса! 2 градуса! Здесь 3 градуса! Иди сюда, на второй этаж, быстрее! Тут 3 градуса, вот в этой комнате, вот в этой. Ой, 3. ЕМП-3? Да. Так, а что у нас вообще по целям? Так. Ой, что? ЕМП-1. Ага. Так, термо... сказал, Цельстин... 5 ЕМП-3! Ой, 5! Так, и нужно... Нужно закончить это расследование, оставшись со всеми живыми игроками. Так, ну... Это будет тяжело. Сколько у тебя это было? Лампа. Опять свет, что ли? Да ё-твою мать. А, нет. Со светом все в порядке. Со светом все в порядке, донатик. Я понял уже. Есть. Ладно, в домике в Милане. Катились наши шайки, заволики. Возьми этот, возьми спиритбокс. Давай, ладно. Я пока с лампой пойду. Нужно найти... Я сейчас пойду к этому дебилу в комнату и спрошу у него что-нибудь, окей? Так, все, погнали. Погнали на второй этаж. Замечательно. Поднимаемся к этому дебилочку. Как в звании всех американских холлов. Так. Температура. Новый эпик. Дебилыч, ответь нам. Опять свет! А, нет, это ты выключил. Я не выключал. А кто это выключил? Это он выключил. Я в это время свет включен. Так, лампа мне ничего не сказала. Лампа сказала нам прощайте. Последний вопросик задам и пойду. Ага. Да этот дебил, походу, не умеет разговаривать. Согласен. Маку бегун ту-ту-ту-ту. Маку бегун. Так, я кладу сюда лампу. Маку бегун ту-ту-ту. Маку бегун ту-ту-ту-ту. Так. Ребят, напоминаю, через миллион лет это будет мемом. Маку ту-ту-ту-ту-ту. Маку ту-ту-ту-ту-ту. Маку. Подождите минуточку. Мне нужно отойти. Так, все, я вернулся. Так. Донатик, ты где? Ты здесь, да? Да. Итамовый, давай, заходи к нам, мы тебя ждем. Да, мы тебя ждем очень-очень веселый. Там, подожди, Итамори в голосовом? Да, он с выключенным миком. Ага, ну понятно, потому что он не может постоянно разговаривать. Да и скорее всего зайдет, он будет как наблюдатель. Так, какая у нас комната была? Вот это вот, да? Так, вот эта вот комната у нас была. Сейчас я здесь поставлю книжку. Все. Пусть призрак. И Томми, походу, с нами не сможет. Пусть призрак нам напишет что-нибудь. Походу, Итамори не сможет с нами. Так, термометр у меня. Так, у тебя ЕМП. Проверяй там ЕМП. Если станет 5, то нужно будет это записать сюда. Ой, а где свет? Почему я не могу ходить? Подожди, а что у тебя вообще произошло? Я, походу, сдохну. Нет. Двери открыты, значит, все в порядке. А у меня какой-то эффект наложился, типа слепота. У меня я еще двигаться. Так, блин, вообще, донатик, что это я один должен таскать все предметы? Иди вон, возьми камеру, поставь куда-нибудь. А это я бабье просто пытаюсь сложу в один слот. Донатик, ты где? На тебе камеру. Да? Сходи в поставь в ту комнату. Только куда-нибудь в укромное местечко, например, шкаф. У тебя инвентарь забит? Да. Ладно. Тогда я сам поставлю. Но сопровождай меня. Окей.
это просто я немного боюсь. О! Он это, он написал! Он написал «You can't run». Вот он написал «You can't run». Значит, записываем. Вот это вот... Ghost Writing записываем. Так, это может быть Spirit, Revenant, Shade, Demon, Юрей или Они. Господи, сколько же этих всех этих... Камера... Донатик, господи! Чё с тобой? Ты испугался? Давай ты его... Ты испугался? ЕМП, сколько ЕМП? ЕМП? Три. Кто плюхнулся? Ёбка твою. На, первый этаж. Что первый этаж? Зайди и посмотри, что плюхнуло. А, нет, это ковёр. А, нет, это ковёр. Нет, подожди-ка. Минуточку. Согласен, минуточку, да? Стой, немного... Нам нужно проверить... Что нам нужно проверить? Так, термометр. Почему мне так осталось? Да, я вроде бы... Фризинг темпс, это вроде бы минусовая, да? Почему мне так страшно? Так, ну наш призрак писал. Это хотя бы... Ну, в принципе... Донатик... Мы сдохнем! Ладно, я пойду в камеру. Так, призрак писал. Да, поставь камеру. Это я в камере, ты чё? Всё, я в камере. Я вижу его! Вот он! Ой, как выйти из камеры? Прикол! На shift несколько раз нажимай. Так, это... Мы видели его... Я не могу выйти из камеры. Мы видели его вживую. Я из камеры не могу выбраться. На shift нажимай. Левый shift. Я нажимаю. Просто кучу раз вот так вот нажимай. Ой, потемнело. Чё, тебя того что ли уже? Скелет, да, меня того. Я был в камере, почему меня кинуло? Понятно. Видимо, вот отсюда мы уедем вообще без ничего. А почему он тебя кильнул, когда я был в камерах? Погоди. Финиш за... Блин, третья цель у нас не выполнится. Потому что ты умер, и она у нас не выполнится. Ё-моё! Мама звонит! Так, ну ЕМП-5 у нас не было, теперь я боюсь туда идти. Ладно, допустим, да. Допустим, Freezing Temps. Демон или Юрей? И домой вышел. Из голосового, да? Да, он сказал только, что бот сможет. Ой, твою мать. Ну, знаешь, я, если честно, не знаю. Давай это последняя игра будет. Нет, следующая будет последней. Ой, всё, мы сваливаем, оказывается? Да, я решил нажать на кнопку, чтобы мы поехали назад. Ой, я воскрес, Иисус воскрес. Это Шейд! У нас, кстати, выполнилось это задание, и теперь... Но нам дали ноль. Нет, мне дали 15, тебе дали 0, потому что ты умер. Так, сейчас я куплю... Погоди, можно кое-что сказать? Айтемы. Можно кое-что сказать? Монета 13, да, тупой, но зато богатый. Так, 18, я покупаю еще один термометр, теперь добавляю все айтемы. Это... Нет. Теперь у нас два термометра, так как я его купил, и... На какой контракт сейчас поедем? Не без разницы. А, кстати, сколько еще... Ну, давай на... Давай на Tanglewood. Вот последнюю это. Локацию, на которой мы не были. Угу. И как раз на нее сейчас выпала самая легкая сложность. Хотя я не уверен, что она будет самая легкая. Поэтому... Знаешь. Я не уверен, я не знаю, я просто не уверен.
Так, а почему ты сказал то, что там выпала самая легкая сложность? Ну, потому что здесь написано Tanglewood, а потом арматур зеленым цветом. Арматур? Ага. Это арматур, типа? Нет, здесь написано... А, нет, здесь написано Amateur. Зеленым цветом. Значит, это какая-то, ну, изичная сложность. Кстати, говорила, правда то, что школа выйдет путешествие на электричках? Третья часть. Ну, возможно. Кстати, наверное, на карте будет ландшафт топовый. Все, нажимай, готово. Окей, я просто говорили, помогу с этим бить. У меня есть карта одна, которую мы строим. Погнали. Ну, а путешествие на электричках будет. Так, ладно, идем дальше. Ой. Почему я только что был в небе? Не знаю. Помочь. Так. Где? Мы на Тенгу. А, нет, калитка это... открыта. Походим по мы, одному. Мы были на... А, да. О, смотрите, калитка открыта. Заходим по одному. Повторю этот легенд момент. Так, я беру термометр сразу же. Посмотри на цели быстро. ЕМП, так, подожди. Цели это... Так, нужен... Нужен термометр, да. И еще нужна ЕМП. Так, и соль. Нужна соль еще. Но соль? У нас соли нету, так что третья миссия у нас из-за соли не выполнится. Поэтому, как бы, ну, возьми пока камеру и книжку, потому что... Не, я уже взял спиритбокс и термометр. А, ну ладно. Спиритбокс так спиритбокс. Хотя не, я сейчас поменяю на этот. Ой. Ну термометр, На книжечку. Ну да. Кого ты поменял? Термометр, у тебя уже термометр есть. Так, свет. Только не говорите, что он опять сейчас выключит нам его сразу же, нет? Нет. Свечка. Куда? Где эту? Ой. Так, подожди. Забери-ка эту книжку. 15 градусов, значит, нормальная здесь температура. Тут у нас. Тут. 16-18. Так, тут. Ножик Теделин. Ну? 15 градусов. А что это значит, ножик Теделин? А, призрака тут нету. Может, тут кайдой пьем? Ну, может быть, но нет, там была нормальная температура, так. Ты где? Не говори, здесь тоже одна, ну, нормальная температура. Температура? Возможно, кстати, возможно, он в подвале. Возможно, он в подвале. Нет, он не в подвале. Мне с тобой безопаснее ходить, если что, у тебя сидят первым просто. Так, на кухне его тоже нету, остается только одна комната, гараж. Так. Должен? Тут его нету. А вот давай, здесь. Давай. Чистить. А, нет, это. Ну чё? Нету! Это чё, его во всем доме, что ли? Не выключай фонарик. Свет! Я спрятался, я в домике, я останусь. Всё, я включил свет. Ты мне одного, что ли, оставлял? Самый лучший шкаф в моей жизни. Я в него спрятался. Опять свет? Он достал уже свет выключать. Чё-то как-то страшно без света стало. Я в шкаф. В какой? Вот в этот вот. Ты где? Да тут я, около двери. Ну, около двери, потом направо в этот проходик. Это лево. Вот сюда. Это лево вообще. Я здесь стою, так, подожди. Это лево. Нужно посмотреть цели. Так, ЕМП. Я же еще ЕМП не проверил, точно. Нужно же ЕМП еще проверить. Так, тут ноль. Ноль. То есть, получается, вообще... никакой активности. Ну да.
Страховенько так ходить. А, нет, смотри-ка, мы здесь еще не все проверили. Вот тут еще две комнаты есть. Эта комната. Тут. Тут? Нормальная температура здесь. Значит, наверное, вот эта комната поставлена. Да, здесь самая низкая температура. Здесь самая низкая температура. Так, одна цель выполнилась. Теперь ЕМП. ЕМП-3. Я пока этот... ЕМП-3, тут на моем месте ЕМП-3. Нет, давай, зачем? Давай я убила тебя несколько раз. Да, спроси. Новый эпик. Так, переставь эту книжку вот сюда, вот куда-нибудь, вот где-нибудь, где я стою. Просто переставь ее сюда, чтобы мы могли видеть. ЕМП-3. Да ты будешь мне отвечать. ЕМП-3, здесь ЕМП-3. Да я понял. Удачи в жизни. Давай, глушечка. ЕМП это датчик движения. Я знал. А, я не знал этого. Пример. А, всё, кстати, помнишь, как мы с тобой снимали этого? Решитель номер 12. Прошинки. ЕМП-3 здесь, ЕМП-3 здесь. Гаврила, помнишь, как ты... мы снимали... Да. Решитель номер... Ага. Мы снимали, кстати... так, тут ЕМП-3. Так, четвертая цель, она еще не выполнилась. Так. А, лампа, проверь лампу. У меня нет лампы. ЕМП-3 опять. Ну, сейчас с ним поболтаем, не мешай. Эй, ты, давай, глушечка. Давай поболтаем, что ли. Да, поболтай с ним. Хоть чуть-чуть. Я запишу, если он что-то ответит. Нет ответа никакого. Ладно, я пока схожу за камерой. Спасибо, что оставляешь меня одного. Если хочешь, можешь со мной идти. Кстати, именно вот в этом именно вот в этом вот месте мы как раз таки, ну, вот в этом вот дверном проеме был этот мем. Я тогда еще и фонарик куда-то потерял. Кстати, знаешь что? Он приятен в общении. Молчит, выслушивает меня. Ничего себе, блин, здесь склад. Молчит. Так, ладно, термометр нам больше не нужен. Нам теперь нужна камера. Да что, этот дебил не хочет разговаривать, я к тебе. Тебе придется опять со мной пойти туда. Свети для меня. Посвети. Да иду я, свечу, свет. Реально свет выключили? Ладно. Хорошо. Тогда я вот тут вот поставлю камеру, чтобы было видно эту комнату. Ее проход. Я пойду свет сделаю. Вроде нормально я ее поставил. Да. Вроде бы нормально. Да. О, да, свет включился. Я камеру. Опять выключился. Да что такое, а? Так, пойду его включать. Меня задолбали. Все, я в камеру. Ой. Опять выключился! Призрак уже обнаглел! Не мои проблемы. Проблемы призрака. Опа! Стук по двери. Слышал? Да, я в камере. Так, ладно. Я сейчас тоже в камеру пойду. Я сказал, я сейчас в камеру. Нет, не вижу. Вообще. Частицы призрака я видел. Частицы призрака. Так, это. Госторпс был. А теперь нужно проверить, написал ли он там что-нибудь. Сейчас я проверю. Вроде нет. Ну да, вроде бы там нету ничего, но я вижу вот эти вот. Белые шарики призрака. Я пойду посмотрю. Что делать нечего. Если я сдохну, то знай, я сдох. Ой. Это может быть... Ой, двери закрыли! Активность 10! Жесть! Я глаза закрыл, мне страшно скажут.
шкаф, прячься в шкаф. Нет, я глаза заскую. Активность 10! Активность! Я открыл. Дверь разгенерирована. Я открыл дверь на секунду, а там он ко мне идет. Тебя чпокнули. Активность 10! Я обосрался. Активность 10, это жесть какая-то. Я просто хотя бы... давай быстро тогда спектакль посмотри, что он там нам напечатал. А там дверь закрылась. Там так, дверь... Так, не, я в спектакль летаю. Он там написал что-нибудь? Он дверь закрыл и ничего не написал. Вот какой призрак, а, наглый. Но Ghost Orbs я точно видел. Ладно, допустим, фризинг темпс, хотя у нас, я не видел там отрицательной температуры, но фризинг темпс был. Что это сейчас? Ты чё? Ты испугался? Нет. Так, спирит бокс у нас был? Не было. Ну я не знаю. Иди посмотри, может он там что-то напипикал. Нет, ты сам слетай на спектакле, посмотри. Может быть он написал... Нет, ничего не напечатал. Ладно, поехали тогда домой. Посмотрим, кто же это. Тихо. Это, кстати, была последняя. Игла? Ноль. Полтергейст! Это был полтергейст! Это самая жесткая. А ты сказал легенькая. Ну вообще-то сложность была аматор. Так мы все, это последняя была игра. Ну сейчас я просто вот сделаю вот такой вот фон контракта. Мы встанем вот сюда вот. Я сделаю превьюшечку и мы закончим видео. Ух, у меня сейчас сердце так колотится. Мне этого на всю жизнь хватило. Так, спасибо вам всем, ребята, за просмотр. Так, подожди, не приседай. Все, я сделал превьюшечку. Спасибо вам всем, ребят, за просмотр. С вами был Гавроид, с вами был... Донатик! И всем спасибо за просмотр, всем пока!